Всем привет, это СБ1813, или просто Сэм. Продолжаем реакции. На очереди у нас будет группа Ванс и их трек Лип. Или я, может, до конца его неправильно прочитал. В любом случае, Мария все это посоветовала, сказала, что в этой группе новый вокалист — это наш любимый Микота из Зигзаг, если я все правильно понял. Давайте заценим, потому что Ванс, я что-то у них даже, по-моему, слышал или видел. Это, ну, типа, достаточно известная вроде как японская группа, или нет. И у них, что у них с вокалистом тогда случилось, я не очень понял, что у них был вокалист типа один, а теперь вокалист из Зигзага. Короче, супер-супер-супер интересно. Короче, поехали смотреть. Во. Надеюсь, я ничего не попутал, и в этом клипе, в этом треке будет, собственно, Микот. Оля, как ты. Это какой-то супер стилевый же этот, да? И вот, собственно, вокалист Зигзаг, вот, как он выглядит в реальной жизни. Ну, я сказал, вот он, его не показывают. Ну это прям такая музыка для музыкантов. Там прям нормально. И бас, и гитарка, и все остальное. Это ж какие-то тоже олдовые чуваки, нет? Чё-то я у них прям давно, по-моему, видел. Ни с чем не путаю. Нафига что-то не дай бог, конечно. Странно, что у них басиста никакого нет в клипе, потому что на басу-то там такое наваливается, вообще дай бог. Как это интересно называется, ну, в музыкальном плане? Просто я бы это назвал очень-очень стилевый рок. Соляк пошел. Вот это крутой соляк. Да, я понимаю. Хорош. А что за гитарист у них там крутой, кстати? Я его могу знать или нет? Это слишком хорошо, чуваки. Очень хорошо. Это реально прям мега балдежно. Даже не балдежно, а вот именно просто стилево, прям вот максимально как можно. Ну еще и вкусно звучит, то есть.
не просто вот эта мешанина звуков, да, а вот именно мелодичность, ходы интересные. И вот тут, как бы гитаристу можно играть просто всю песню целики, вот потому что чувак прям реально наваливает такое. Да, вот, блин, очень круто, очень. Так, ну вот мы посмотрели клип, послушали трек. Я не до конца уверен, что он называется просто лип, скорее всего, по-японски. Если да, то опять же в комментарии можете написать, как точно он называется. Вот. Или вы мне написали, я не вижу в тупую. Ну, короче, в любом случае, Мария, огромное спасибо, что посоветовали Ванс. Я не делал на них реакт. Ну, то есть, вот это прям, опять же, у меня сегодня на пачке какая-то такая странная паранойя, что я смотрю на группы, я их знаю, потому что я у них что-то видел, что-то слышал. И как будто бы я мог бы делать на них реакт, но, возможно, не делал. Но если делал, значит, я забыл. Но вот этот трек, вот этот клип, это, конечно, прям мега-пушка. Но начнем давайте сразу тогда с Микото, с вокалиста Зигзага, который тут, да, есть, это он, но вроде как это он. Опять же, судя по вокалу, это он. Будет тупо, если я сейчас ошибусь. Но, тем не менее, как бы прикольный вокальчик, хорошо, все, да, но... Тут, конечно, группа не про вокал. Тут, конечно, понимаем, да, что вот тут все-таки инструментал. Да, вот тут вот этот гитарист, это что-то прям вау. Давно я вот именно настолько крутых гитаристов, тем более японских гитаристов, не слышал. Потому что в Японии, на самом деле, дефицит с крутыми гитаристами. Сейчас, такое, может, какое-то странное непопулярное мнение скажу, но вот именно прям крутых, чтобы ты такой сидел, такой, типа, ни хрена себе чуваки наваливают. Именно в плане гитары, то есть басисты у них все там отлично, ударники тоже хороши, про вокалисты даже начинать не буду, а вот у гитаристов японских я не знаю, я вот по пальцам руки, наверное, могу пересчитать лично, который мне прям нравится, тем более не метальный, а вот именно что такое более стилевое, более балдежное, может, я просто не знаю, опять же, но из того, что я слышал, вот их не так много, к сожалению, как, опять же, тех же басистов, но вот это прям вау, это прям очень крутой гитарист, я хочу теперь узнать, кто это, что это, и вообще послушать их как бы в целом-то. Но помимо гитары тут еще был охранительный бас, офигительные клавиши, вообще все, ну, аранжировка, все супер, 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 песни, короче, просто 10 из 10, реально очень балдежные, и мне понравилось, что это, опять же, вот не набор звуков, вот этих суперсложных, да, полуджазовых, полублюзовых штук, а именно, то есть, вполне вменяемый припев с мелодией, типа, и... круто. Короче, супер. Огромное спасибо, что посоветовали. И огромное спасибо тем, кто посмотрит. Ссылочка в описании, нравится, сами все знаете. Вот это мы обязательно будем слушать. В этом году я, наверное, не успею это послушать, но в следующем году надо будет в отложечку положить, чтобы я это не забыл послушать. Вот такое, не на постоянке, конечно, такое, но вот иногда хочется, да, хочется вот прям вот побалдеть от вот этих вот прям. Ну, вот тут реально чуваку говорю, вот я частенько ругаюсь в реакции, что типа вот эти соляки, как же они задолбали, можно типа трек без соляков или не на полтрека, вот тут можно на полтрека, просто весь трек, чтобы играл чисто соляк, чувак, прям было бы хорошо, было бы хорошо. Ну, клип стильненький тоже, клип не, опять, не что-то там супер крутое, но стильненько. Все, короче, супер стилево. Вот я не знаю, я если буду называть, наверное, обложечку супер стилево, если не забуду, а скорее всего забуду, но в любом случае это прям пока что очень стильно, очень стильно, очень стильно. Все, наверное, обалдели от стиля, пошли дальше смотреть, что там еще у нас. Пока.